Все. Боженька, помоги. Доброе утро, ребятки. Спасибо всем большое за подрение. Там их просто очень много. Спасибо вам большое, самое сердечко. Саша у нас сегодня подстриженный, красивый. Вчера был как детеныш Маугли. Сегодня же успел с утра постричься. Мы собрались, загрузились. Полная машина, как обычно. Нам все надо, когда мы едем с Артуром. Что еще? Сейчас заедем в магазин. Воды хочу сразу купить, чтобы я потом там воды, не ходила хлеба. Еще за водой. Первый раз идем в это АТБ. За водичкой и за молочком. По дороге остановились. Да, Александр, ты прям помолодел, я смотрю. Жених на выданье. Немножко водичкой затарились. Да, Александр? Ну, мы едем не на один день, конечно, поэтому, чтобы я не несла, чтобы Саша сразу сейчас нам все занес номер, что там воду я их не пью. Узнаете местечко, куда мы приехали? Иду оформляться. Так, ребятки, мы заселились. Здесь туалет с ванной. Здесь такой шкафчик. Что тут есть? Подушка, одеяло. И какие-то покрывала, что ли, с полотенцами. Здесь была в прошлом году кровать. Кровати нету. Теперь сделали вот такой диван раскладной. Холодильник. Ну, если что, мы его отсюда уберем. Поставим туда, чтобы маме не шумно было. Какие красивые тут, смотрите, шторы сделали. Телевизор тоже был в прошлом году. И вот такой вот балкончик с видом на Сашу. Как Саша тягает. Ой, сетки есть. Как Саша тягает сумки. И вон наша машина стоит. А вот там вот бассейн, ну, вот тут вот и речка. Пошли ручки помоют. Сейчас я вам покажу еще нашу с Артуром комнату. Вот холодильничек. Стол, ничего не поменялось. Тумбочка под телевизор. Телевизор. Кондиционер. Этого кондиционера с головой достаточно на две комнаты. Картина, смотрите, какая. А, даже чайник есть. А мы взяли с собой. И кровать наша с Артуром. Все. А еще у нас тоже балкон. У нас у каждого свой балкон. С шикарным видом. Шикарным видом на лес. Вот такой вам обзор нашего номера. Сейчас иду оформлять все документы. Записывать на процедуры иду. Потом уже вам покажу территорию. Так, тут пока все без изменений. Обновили номера, я вам хочу сказать. Магазины работают. Потому что покрашены обои. Все чистенько, аккуратненько. Новая постельная. Ну и шторки тоже красивые. Сейчас самый санцепёк. Людей практически нет. Фонтанчик работает. Только с рыбок вода не бежит. Почему-то. Только сверху. Ну, а так все, как и было. Видите, все поливается, потом все такое зелененькое. Везде поливы стоят, потому что жара неимоверная. Поэтому, конечно, все везде поливается. Смотрите, вот возле детской площадки они сделали бассейн. Кстати, бассейн небольшой. Я думала, он побольше. Он платный. Вход на эту территорию платная. 300 гривен с человека на целый день.
Тебе бассейн, этот вот браслетик одевают на руку, и ты отдыхаешь. Детская площадка. Лавочку новую поставили, да. Зачем мне ключку, и куда мне его деть? А я, у тебя сумка. Кафешка на месте, но мы идем быстренько окунуться в речке. Посмотрим, что там за пляж. Угу. В этом году уже работает. Душ работает. Мы идем в речку. Хочется с головой окунуться. У меня есть несколько минут до работы. Я сейчас разочек окунусь и иду в номер работать. Покрывало, но которое мы не будем брать. Разбуемся. Добывайся, зайка, без покрывала. Что ты держишься за двоих? Достань мою синюю полотенце. Пришли на вечернюю прогулку. На соседнюю базу. Какая-то тут такая тишина. Очень мало людей. Прям очень. Эти пляж пустой на нем. На соседней базе. У нас еще дождик такой небольшой пошел. Люди есть немножко, сидят там в беседках. Не буду показывать, но сидят. А так вообще, в принципе, как-то тихо, спокойно. Артур идет по своим тропкам. Да, зай? Можно снимать, сынок. Уже, по-моему, прошел дождь. Пятиминутный. Дождевичок твой. Кафе не работает, а так вообще с каким видом? Красивым. Борщ здесь был вкусный. Я же не помню, когда это было. С таким видом он прекрасным. О, тут тоже такие цветы. Не знаю, на соседнем пляже можно купаться. А он плавает что-то посередине, голова, видишь? Идем нашими тропами. Нет. Стой, Артур, надо от комаров попшикать. Ну, вот рыбаки. Да нет, за что рыбаки будут платить? Ну, берешь удочку. Там мало. Мне кажется, берешь удочку. Тут, знаете, пока пройдешься, мы там видели виноград, но он еще зеленый. Абрикоска. Грушка. Пока так пройдешься, то можно и поужинать. В принципе. Вам бежать в туалет, конечно, после этого всего. Пошли дальше, Артур. Так, а что там тупик, ма? А? Тупик. Откуда ты знаешь? Ты была, ну, это же конец базы. Ну, не, вот. Ну, Артур туда не пойдет, он уже хочет здесь подниматься. Интересно, животные какие-то остались? Сейчас посмотрим с вами. У Артура четко есть свой план. Он ничего не забыл. Он вышел, пошел по своим тропам. Как он тут вечерами гуляет. А есть какие-то птички. Сейчас мы на них посмотрим. Павлин, точно. Ой, все на месте, смотрите. Все птички на месте, сынок. Пошли смотреть. На птичек красиво. Вот эти вообще красивые. Такие необычные. Давай посмотрим. А вы издаете какие-то звук? Да ты-то, Артур, издаешь звук. А птички? Здесь живут курочки и петушки. Ну, какие-то не похожи на курочек и петушков. Да я-то иду с ним, но просто хочу поснимать, людям показать, что здесь поменялось в этом году. Здесь вот два павлина. Мне кажется, больше вольер им сделали, что ли. Какой-то прям такой огромный. О, енот. Живой. Слава богу, с тобой все в порядке. Ты жив, здоров. Ты молодец. Енотик. Как тебя там зовут, я забыла. Енотик. Красавчик какой, да? Цветочки вот. Когда мы были, они были уже засохшие. Сейчас еще не засохли. Такая тишина.
Какая-то, не пойму, люди ли... Может, люди уже отдыхают. Это новые, кстати, наверное, поставили, которые тоже сдаются, наверное. Там не было такого. Они тоже пронумерованы. Здесь можно приезжать на день, не снимать номер. Можно снимать беседку. Раньше приезжали и снимали вот такую вот чуть дальше большую беседку. Там мангал. Водичка, по-моему, с краном есть. Смотри, здесь окна поменяли. Ну, класс. А, петуньи даже посадили. Ой, извините, я устала. Спать хочу, не могу. Собачка травку кушает. Витамины. Больше ничем не кормят. Собачка кушает травку. Так. Вот, вот эти вот беседки, они побольше. И их можно снять. Цену не знаю, потому что мы так давно снимали их. Уже сколько времени, много очень прошло. Вообще, конечно, полнейшая тишина какая-то, ну вы же слышите. Хотя люди есть. Люди есть. Да. Потому что... Ну вообще, как будто... Как будто никого нет. К нам? Да. Ну, наверное. Потому что кафе-то не работает. Какое-то тут кафе не работает. А вот это вот кафе, которое у нас, работает. Пришли на наш пляж. Да, Артур, смотришь, что я вам снимаю. Тишина такая, люди вон еще купаются. Вода, кстати, теплая. Вон посередине тоже купаются люди. А вот кафешка работает. И мой любимый пивоваров в ней поет. Кафе работает, рабочие. Люди сидят. Здесь есть, я так понимаю, питание. Тоже можно не столовое, как мы питаемся. А вот в этой кафешке. Бассейн тоже закрывается. Хотя ворота еще открыты. Но уже никого нет. Бабуля наша отдыхает. Ребята, если есть у кого-то какие-то вопросы, спрашивайте под видео. Да. Не так стояли, они делали специальные площадки под них. А, точно. Как с дороги немножко их поубирали. В общем, если что, спрашивайте, если есть какие-то вопросы. Артур не хочет, чтобы ты здесь сама сидела. А здесь вечером, я не помню, сколько, в 7-8, будет развлечение для детей. Так уже, наверное, 7. Нет, 7 еще нет. Ну и в бассейне, слышишь, бассейн до 9. До 9 ты посмотрела, да? И в бассейне уже никого нет. Что? Вытирают лавочки, моют для деток. Будет анимация вечерняя. Все, ребятки, всем хорошего вечера. До новых влогов.